книга историка архитектуры Натальи Датьевой, которая была выпущена несколько лет назад, посвященная истории этой усадьбы. Но, к сожалению, фотографий сохранилось крайне мало. Есть чертежи в архиве города Москвы, чертежи реконструкции усадьбы конца XIX века, которую предпринимала еще княгиня Шаховская, последняя владелица этой усадьбы, когда перестраивала ее из жилой усадьбы в общественное здание. Она строила театральный концертный комплекс. Вот. И некоторые чертежи его интерьеров сохранились до наших дней. Есть дореволюционные фотографии фасада этого здания, но, к сожалению, не его интерьеры.